нашем прекрасном манеже, где уже в пятый раз проводится бег «Одна миля» на призы заслуженного мастера спорта Елены Коробкиной, бывшей воспитанницы нашей группы. Желаю вам крепкого здоровья, это прежде всего, и успехов на беговых дорожках в нашей стране, а может быть и за рубежом. Пусть победит сильнейший! Ну и еще